Еще один подписчик принес свой ПК на обслуживание. Ну, начнем с того, что этот блок питания я не рекомендую использовать, потому что это очень опасный блок питания. И оцените, собственно говоря, переднюю часть. Передняя часть была, мягко сказать, в ужасном состоянии. Из-за вот этой сеточки здесь банально... Здесь в целом кейс душный, да? То есть у нас передняя стенка глухая. Так еще и вот эти всякие сеточки, это получается полная печка, так скажем.